Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы финишируем. Мы финишируем во втором сезоне «Пути избранного». И сегодня на нашем крайнем занятии мы изучим наиболее интересную тему. Тему, касающуюся так или иначе, к сожалению, каждого из нас. Но я не буду раскрывать эту интригу. Я только замечу, что сегодня с нами снова блистательная Айлита Хабибуллина. Сегодня мы немножко попробуем заниматься медиумизмом. У нас с вами есть фотография, которая, кстати, никак не хотела распечатываться сегодня. То есть уже начались такие чудеса у нас. Это фотография уважаемого вашего дедушки. Да, Жарас Умарович Ибрашева. Жарас Умарович. Вообще, с чего нужно начинать сеанс медиумизма, скажем так, да? Для начала нам нужно очистить пространство обязательно. То есть на прошлых занятиях мы с вами узнавали, это у нас помогает этому шалфей, трава, да, такой дымок, либо адраспан, либо, если уж такой вот крайний случай, нет ни того, ни другого, обязательно нужно зажечь свечу. Правила техники безопасности общения с ушедшими. Вообще, я бы рекомендовала сейчас нашим телезрителям, у кого слабая психика, либо переключиться, либо не заниматься этим. То, что мы сейчас будем делать. Значит так, техника безопасности. Во-первых, не нужно вызывать души ушедших, если не прошло 40 дней с момента смерти. Те, кто занимается астрологией, знают, что в течение 40 дней нельзя открывать натальную карту ушедшего человека. Потому что некоторые кармические задачи или нерешенные вопросы вы можете перетянуть на себя. Ну и потом это даже не этично. Человек проходит все этапы своего пребывания там, и ему не до общения, ему не до вас, ему там и так очень сложно и тяжело, и лишний раз беспокоить его в этот период нежелательно. Нельзя, даже я бы сказала. Если вы знаете точно, что прошло достаточное количество времени, то можно будет пробовать. Почему говорю? Потому что у меня был такой опыт, и совершенно отличается душа недавно ушедшего. То есть он более спокойный, он более разговорчивый, он пребывает в таком, если можно сказать, расположении духа, настроении и может с вами пообщаться. Иначе это может быть и какие-то негативные моменты, он может вам говорить, что ему это неприятно. Если женщина занимается медиумизмом или данным сеансом, то обязательно нужно одевать платок. Не обязательно он должен быть какой-то белый, черный или там. Просто должна быть покрытая голова. Мужчинам делать не обязательно. Так, смотрите, что мы делаем дальше. Мы ставим фотографию ушедшего человека, если она, на какую-то подставочку, и если нет возможности, просто кладем на стол возле себя. Вот фотография уважаемого Жараса Умаровича, правильно я говорю, да? Не совсем правильная, потому что распечатка на ксероксе или на принтере, она не совсем информативна, она не совсем передает энергию того человека, душу того человека, с кем мы будем общаться. Поэтому желательно, чтобы это была фотография немножко другого формата и другого качества. Обязательно помыть перед этим руки в проточной воде до локтя. Сполоснуть, скажем так. Обязательно нужно знать имя, кстати, человека, с кем вы разговариваете. В дальнейшем, если вы будете практиковать, то вам фотография будет не нужна. Мы можем работать только с именем. Но не всегда есть у людей фотографии у кого-то ушедшего, а вопросы остались. Поэтому можно работать и без фотографии, но это при наличии каких-то навыков уже. Значит, начинаем разговаривать по фотографии с человеком так, как вы бы разговаривали с живым. Произносим имя и говорим, готов ли ты поговорить с нами. Например, в данном случае Жарас. То есть здесь не обязательно называть отчество, фамилию. Здесь можно обращаться просто по имени, вне зависимости от возраста человека. Жарас, Жарас. Не торопимся, не нервничаем, не беспокоимся. Это может занимать минуту, это может быть занимать час. Насколько человек далек от нашего мира, он может быть, знаете, он может очень быстро откликаться в том случае, если он является вашим каким-то
помощником или таким вот, знаете, как ангелом-хранителем семьи или еще что-то. То есть в этот момент очень быстро идет отклик. Если нет, значит, он немножечко отдален от этого мира, и у него нет обязательств по каким-то вот таким вопросам. Значит, начинаем разговаривать с Жарасом так, как если бы он был с нами. Жарас, Жарас. Повторяем имя Жарас. С нами или нет? В этот момент начинает приходить образ этого человека. Он начинает приходить, знаете, как бы из темноты, из небытия какого-то. То есть, когда мы разговариваем по фотографии с живыми людьми, там немножко другая картина. Когда мы разговариваем с ушедшими, это обязательно человек выходит из какого-то такого темного тумана. Это не говорит о том, что это плохо, что он в каком-то там подземном мире, царстве или там в каком-то нехорошем месте. Просто он идет по этому коридору, чтобы пообщаться с нами. Очень облегчает этот сеанс, когда кто-то из родственников этого человека присутствует рядом с вами. Если вы разговариваете с ушедшим родственником один на один, то вам остается только внимательно слушать то, что он говорит. Он может говорить вам либо по одной фразе, либо какое-то ключевое слово, то есть он может и не разговаривать с вами какими-то большими там предложениями, но какие-то ключевые слова он обязательно вам скажет. Жарас, Жарас. Вот сейчас Жарас, он с нами. Пусть Жарас опишет мир, в котором он находится, как там вот в том мире. Я думаю, интересно было для всех нас. Так, Жарас. Пиши мне, пожалуйста, мир, в котором ты находишься. Он говорит, что в этом мире не все проживают вместе. Есть ограничения очень людей, которые, как он говорит, раз, два, три. Три каких-то мира, три каких-то, как можно сказать, это границы есть, государства, отделенные между собой границами, где живут... В первом, значит, живут люди, которые сделали очень много негативного, что-то плохого. Второе государство, мир, тот, который в основном содержит души людей, как бы мы их назвали, обычных, которые делали и плохие вещи, и хорошие вещи, но как-то вот жили, особо не задумываясь, но старались лишний раз не пакостить все-таки. Есть третья некая такая... общность людей, сообщество, где живут души людей, ушедших, которые готовы к какому-то переходу на высшую ступень. То есть, знаете, это даже, я бы сказала, вот равнина, возвышенность и такое прям предгорье. То есть это даже вот по уровням. Это те люди, которые уже такие очень духовные и очень благостные, что ли, почти приближенные какой-то святости, я бы сказала даже. А есть какие-то иерархии в государстве, где находится кто-то главнее, кто-то в подчинении, кто-то или все на равных? Нет, среди этих душ нет главных, нет подчиненных. Над ними стоят уже высшие силы, кураторы, которые не души ушедших, а как ангелы, архангелы. То есть вот они, эти... начальники, скажем так, не назначены среди обитающих там душ. Они посланы свыше. Вот так вот. А он помнит о своей жизни вот в этом минувшем воплощении? Ты помнишь о том, кем ты был? У него с детства, он помнит, у него детство было тяжелое. Какой-то очень... И он очень с детства был таким уверенным, пытался пробиваться, пробиться куда-то хотел. Очень настойчивым был он. Ну да, детство пришлось на начало Второй мировой войны, и они бежали. И он очень был сильный духом, очень был сильный духом. Он, знаете, он никогда не унывал, он всегда пытался вот как-то вперед, даже из какой-то сложной ситуации, он всегда старался выйти, вот знаете, даже не с помощью юмора, да, или что-то такого вот, а своим трудом, своей работой какой-то, своими действиями, вот так вот. Более-менее такая вот, можно сказать, жизнь с какими-то моментами радости
у него была после 21 года. Угу. Я не знаю историю его, но он так говорит, после 21 года. Вот с этого момента у него началась такая быстрая череда событий, быстро-быстро что-то все происходило. Происходило нелегко, но события с такой чистотой происходили. И где-то примерно с возраста 27, после 25 лет, с 27 у него началась какая-то вот карьера или рост, угу. Что-то вот такое вот. Так и было. Я очень много что не дописал. Он угу. Что-то писал, видимо. Да. Очень много незаконченного осталось. И не то, что даже незаконченного, а то, что я держал в голове, думал, я не успел это на бумагу перевести, зафиксировать. У меня было очень много мыслей, он говорит. Еще какие-нибудь вопросы будут к нему? Да, скажите, пожалуйста, а в какой момент кто принимает решение послать душу на землю? Кто и в какой момент посылает душу на землю? Там еще смотрят, там смотрят на то, как ты ведешь себя там, в потустороннем мире. То есть там продолжается, опять же, наблюдение за нами, за нашими душами. И когда это очень происходит неожиданно, он говорит, для души, которую и она очень радуется, он говорит. Mm. Это происходит очень редко. Он говорит, очень мало из этого сообщества отправляется снова на землю. И это, то есть мы счастливчики. Да, да, воспринимается очень позитивно. А кто это делает? Раз. Это делают не эти кураторы. Это гораздо выше. То есть приходит оттуда некое распоряжение, что ли, для вот этих вот кураторов, которые объявляют душе о том, что она идет дальше. Они могут к нам прийти, допустим, смотреть за нами, быть рядом? Это разрешается, это не запрещается вот этими начальниками, скажем так, да? Да, они могут, и не все рады, когда их выдергивают для каких-то решений земных проблем близких людей. Не все. А еще они могут встретиться с теми, кого любили на земле, когда уже приходит время? Когда уходят, встречают, да? Ли, находят ли они там друг друга? Вот. Интересный вопрос. Да. Находят ли души, которые были на земле в родстве, тех, которых они любили здесь при жизни? Находят, но это не происходит намеренно, это может происходить случайно. То есть не все, кого мы здесь любили, ушедшие, встречают нас там. Не все. Не все. Это может происходить случайно. А дети и родители в том мире встречаются, узнают друг друга? Когда уходят туда и дети, и родители, Не всегда, нет. Очень редко. Очень-очень редко, он говорит. Очень редко. Душа хочет, чтобы ее услышали здесь. Как они это делают? Как они стучатся к нам? Да. Вот они хотят предупредить, например. Вот. Они говорят, что в первую очередь они приходят во снах близких людей, которые должны сказать тому, что он хочет их видеть. Даже не к тем, он говорит, те, с которыми они хотят разговаривать, не всегда это понимают. Они приходят к близким, то есть вот так окольным путем, и те уже здесь, в нашем мире, говорят родственникам или знакомым, что вот мне снился тот-то, тот-то, и он что-то хотел. Передают. Вот так вот. Да, чтобы передали. Те души, которые посылаются обратно на землю, кому-нибудь из них, у кого-нибудь из них остается память о прошлом? О прошлом что? О прошлой жизни? Те души, которые появляются... Он говорит, что если покопаться в этом, если это разбудить, память остается всегда. Мы всегда помним. Зачем вам это в повседневной жизни, он говорит? Если покопаться, да, то можно узнать. Если, это обычно не пригождается, и человек уже живет как в первый раз. Спасибо. Я отпускаю. Все, я отпустила. Угу. Ну как вам сеанс тяжело, с настоящим медиумом? Да. Да. Вот пространство какое-то тяжелое, вот энергетика в пространстве, запах, я другой запах почувствовала. Сладковатый.
Да, но с другой стороны, как-то внутри легко как бы стало, что ли, радостно, я не знаю, что-то. А вот потому что мы душу очень хорошего человека позвали. Именно поэтому я решилась все-таки, мои кураторы подсказали дедушку позвать. Я почувствовала холод прям, когда он пришел. Вот так вот можно определять фотографии ушедших или живых. Ну, теперь мы пообщаемся, Галина, наверное, с душой живого, то есть воплощенного человека. Мы взяли фотографию и будем общаться с душой воплощенного человека. Угу. Угу. То есть это вы как, сами с собой будете? Вот пусть поговорят с моей душой. А, понятно. То есть смотрите, не я сейчас буду разговаривать, сейчас у нас будет упражнение. Как мы общаемся с фотографиями, с людьми по фотографиям? Мы смотрим на человека. Обязательно нужно знать его имя все-таки. Потому что мы же должны как-то обращаться. Бывает, когда мы не знаем имени, и так можно тоже. Но я вам еще раз говорю, без навыков определенных это будет сделать сложно. То есть мы обращаемся к фотографии и спрашиваем, можно ли с тобой поговорить? Можно ли? Обязательно задаем вопрос. Очень редко, когда душа говорит «нет», «я не хочу» или что-то там еще. Вот за всю мою практику такое было один раз. Когда вы задали вопрос, можно ли поговорить с твоей душой, обязательно вы получаете ответ в виде кивка, вот так головой, то есть фотография оживает. Она оживает. И в этот момент вы видите, как она начинает двигаться, как... Допустим, у человека привычка там все время как-то вот нервно себя вести, оглядываться или что-то там вот прятать глаза. То есть фотография будет вести себя так же, абсолютно так же. Какие-то черты поведения, характера уже будут видны. Пробуйте, тренируйтесь, обязательно получится. Ну и начинайте задавать вопросы. То есть если вам дали на это, конечно, разрешение. Начинайте задавать вопросы. Какие планы в жизни, чего ты хочешь, почему ты боишься то-то, то-то или еще что-то, вот какие-то планы. То есть у меня был опыт общения с фотографией мужа одной женщины. Когда я спросила, какие у тебя вообще планы, что ты хочешь в ближайшем будущем, он говорит, что я люблю лежать на диване, но диван сейчас, который у меня есть, он очень маленький, я хочу купить диван побольше. И когда я озвучила это его жене, думаю еще, господи, как это говорить, не говорить, какая-то глупость. Она говорит, вы знаете, да, у нас только вчера был об этом разговор, он хочет купить другой диван, потому что ему там тесно. В общем, вот так. То есть это моментально все подтверждается на самом деле. Ну, кто хочет? Я не знала, что там фотография Галины. Ну вот, когда потом вот я ее нашла, я просто вот чувствовала эту энергию, да? Спросите у моей души, что она хочет больше всего? Я прям вот сейчас... Галина, а можно поговорить с вашей душой? Мне кажется, что глаза как-то сужаются. Ну, это мне так кажется. Вам не кажется. Перестаньте употреблять это слово. Ничего не кажется. Все разрешает. Принимайте на веру. Разрешает. Галина, скажите, пожалуйста, какое у вас самое большое желание сейчас, на сегодняшний вечер? Душа говорит «воды». Мама дорогая, что здесь творится? Я сейчас сижу и спрашиваю свою душу, а что я вообще хочу сегодня вечером? Я хочу в ванну. Вот, она говорит, прям в ванну и хочет... Боже мой! И хочет, вот так говорит, расческу. Боже мой! У меня аж мороз. Здорово. Вот она говорит, что надо вот так чесать. Тяжелый. Воды захотела. Спасибо. Спасибо, здорово. Все получилось. У меня просто такая информация есть, что вы как будто бы хотите пойти на работу. Вам не нужно этого делать. Не нужно. Спасибо. У меня был такой вопрос. Медитация на замужество или на женитьбу? На женитьбу тоже подойдет. А можно кому-то, чтобы, в общем, помочь? Кому-то помочь, да. Можете просто передать, что нужно делать. Человек должен делать ее сам. Обязательно. Сам, да? Сам. Обязательно. Это такая немножко с такими корнями психологическими. Значит так, 10 дней говорим каждому мужчине, если это женщина, которого встретим на улице, в автобусе, в метро, на работе, говорим про себя, конечно,
Каждому говорим: «Я тебя люблю». Следующие 10 дней говорим каждому мужчине: «Ты меня любишь». Утверждаем: «Ты меня любишь». И следующие 10 дней мы любим друг друга. Гарантируешь через месяц найти свою половинку, да. Вот здесь нужна мотивация, для чего ты хочешь. Даже если ты хочешь замуж, для чего ты хочешь замуж, например, да? Для того, чтобы просто тупо кто-то был с тобой рядом, и ты не была одинока, это один, да, момент. Если ты хочешь ребеночка родить и создать счастливый союз со своим мужчиной, со своим, это очень важно, с которым ты полностью резонируешь, с которым тебе никогда не скучно, всегда будет интересно, будут уважаться границы, да? Или там, например, чтобы переехать, да, или в корыстных целях. То есть вот здесь очень важно, потому что работает реально вот... Хорошо, давайте быстренько пройдемся по признакам ясновидения, то есть вот то, чем мы сейчас занимались, могут дать вам какие-то такие вот последствия. Что мы можем чувствовать? Признаки того, что мы начинаем меняться. Первое, что можно ощущать, это ощущение такое, что есть какая-то небольшая температура, но на самом деле температуры нет. То есть такое начальное какое-то... Начальный воспалительный процесс, вот вроде и не здоров, и не болен, а вот что-то вот такое пограничное состояние. Звуки. Звуки кажутся вот в обыденной жизни, там машина проехала, там какой-то крик, собака или еще что-то, разговоры кажутся приглушенными, как будто через какие-то вот наушники ватные. Но при этом громкие звуки, например, шкафчик, закрывающийся двери, да, кто вот не контролирует, звучит как выстрел. Часы тикают, такое ощущение, как будто они тикают вот здесь, да. Или в голове вообще. А бывает такое, допустим, какой-то один звук, не какой-то громкий, например, большое помещение, идет какой-то общий гул, очень много народу, и вот один, вот я просто вижу, допустим, метров там 30, да, и я вижу вот так чик, и у меня как будто в голове стучит. Я ничего не слышу, слышу только этот звук. Это какой-то знак или... у вас это может проявляться так, начальные какие-то задатки яснослышания. Дальше идем. Могут быть метаморфозы со зрением. Что это такое? Вот как, например, приведу пример такой, как было у меня. Такое ощущение, что вот картинка в телевизоре, вот она в обычном формате, и тут ее вдруг раз вот так вот вытянули. Вытянули. Вот слева и справа какие-то непонятные другие миры, какие-то действия происходят. А наш мир, вот такой маленький коридорчик, и мы вроде бы как по нему идем, но соседствуем постоянно с кем-то. И вот куда бы ты ни повернул голову, и какую бы ты там ни рассматривал окружающую поверхность, да, окружающую среду, мы везде видим вот эту вытянутую картинку, вытянутую картинку. Это очень сильно напрягает, и хочется, не знаю, ходить с закрытыми глазами или там... что-то сделать, чтобы избавиться от этого. А если пустоты? Картинка и пустоты. Пустоты тоже об этом, но здесь пустоты, знаете, это вам нужно какое-то внутреннее переключение, переключиться нужно. Вот 2-3 если часа это, надо, да. Да, если это идет вот просто как показывают что-то, то есть у всего есть смысл обязательно. Mm-hmm. Пустота, вам необходимо что-то переключить в себе, mm-hmm. внутренний щелчок. Так. Дискомфорт в местах скопления людей. Это вот большие супермаркеты, какие-то рынки, торговые центры, выступления, да, торговые да. центры. Неважно, начинается приступ удушья. Да, дышать нечем. И, вот, и несколько раз так это выносит и кричит: «Мы ее теряем, мы ее теряем». Вот, это все признаки оттуда. Так, ощущение постоянного холода. Постоянный холод. То есть это реально можно потрогать, это холодные руки. Особенно, когда мы начинаем работать, смотреть людей, холодеют руки ужасно. Вспышки со стороны бокового зрения. Это вот, знаете, ну, напоминает искрящуюся розетку. Вот что-то вот такое. Раз, 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 мелькает. Дальше. Состояние плаксивости какое-то. То есть не состояние настроения такого какого-то депрессионного, да, такого настроя. А вот шел-шел, вроде все хорошо, и тут же начал плакать. То есть вот так вот бывает. Неприятное ощущение, когда кто-то стоит рядом со стороны спины.
это ужасно начинает раздражать. Или вот нечаянно заденут, или вот пройдут сумкой там как-то вот что-то, вот, или какое-то действие происходит со стороны спины, и ты боишься, хоть бы тебя не задели. То есть вот это состояние есть. Ежедневные какие-то знаки подают, то есть повтор цифр, какие-то вот птицы возле тебя, вот что-то пролетело, промелькнуло, или ты идешь, вот перья, перья — это вообще как бы от ангелов такие знаки. Шумит в голове, вот шумит, 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 какой-то такой белый шум. А это проходит вообще, или с этим можно как-то справляться? Это проходит, это у вас происходит в организме вот такое вот, ну знаете... Типа трансформация? Да, причем на всех уровнях мы меняемся, на буквально на клеточном уровне. Естественно, мы это ощущаем вот так. То есть это можно принять просто, говорить, я принимаю себя в таком состоянии, да, и это состояние как часть трансформации, да? Эту боль, там, вот это да, вот признаки. И обязательно общаемся со своими помощниками. Если у вас, я говорю телезрителям, если у вас на тот момент нет помощников, обязательно обращайтесь к высшим силам, они быстренько этот вопрос уладят. Как смотреть людей? То есть не просто вот сидим и смотрим, да, вот на человека и что-то говорим. С чего нужно вообще начинать? Обязательно нужно посадить человека на стульчик, подойти к нему сзади и вот что-то вот руками, вот такие вот пасы поделать. Закрыть глаза можно, можно не закрывать. То есть в этот момент вам обязательно будет приходить какая-то информация в виде картинок. Здесь вот ясновидение очень хорошо проявляется. То есть картинки мы начинаем видеть. И начинаем эти картинки озвучивать человеку, который позволил с собой такое делать. Конечно, конечно. То есть, если человек сидит, он уже дает... Много таких, которые просматривают. Нет, нельзя. Нельзя, если вы в кинотеатр заходите и вдруг встаете над впереди сидящим человеком и начинаете что-то там... Джабурджа. Абракадабра. Ну, с тобой все ясно. Раз так потом. Добрый вечер. Нельзя говорить, когда не спрашивают. Обязательно спрашивать. А давать советы и говорить, когда не спрашивают, нельзя. Это можно просоветовать свою собственную жизнь. Нельзя хвастаться, потому что мы продаем удачу за похвалу. Вот это такие моменты. А вы знаете, вот у меня немножко другой опыт, да, то есть в плане того, что я иногда вижу людей рядом, ну, как бы умерших людей рядом с настоящими, да, с живыми людьми. И, естественно, я этого человека не знаю, да, но они показывают какие-то определенные вещи, которые... И я понимаю, что нужно человеку об этом сказать. То есть есть разрешение, нет разрешения, да. Но если вот у меня была такая практика, да, я несколько раз не говорила. Потом я так болела. Да. И как бы тут, знаете, мне кажется, надо вот понимать, что нужно говорить, а что не нужно. Потому что у меня был в голове такой вопрос, типа, вот вы мне говорите сейчас, вот вы стоите, да, вы мне говорите о том, что я должна к ней подойти и ей сказать вот это. Она как на меня отреагирует? Она меня первый раз в жизни видит. И я не сказала. Я потом 3 дня мучилась. Я просто реально болела. С кровати не вставала. И потом, когда уже в следующий раз такая ситуация произошла, вот, я просто подходила и говорила, вот вы знаете, вот у вас вот такое, вот такое, вот вам нужно так сделать. Естественно, человек был в шоке, но факт, что я потом мне стало, я такая... Главное, что вам хорошо. Что там человек про это думает? А, это уже его проблема. Вот, например, сегодня... Карим сидела, вот у меня был прям образ мужчины рядом, стоящего в кителе, и он держал в руках мяч, я четко понимала, что это его родственник, да, я как бы подошла, спросила, говорю, на букву А имя, потому что как бы я, ну, иногда просто начальные буквы слышу, вот, и он в руках мяч держал, я говорю, мне так кажется, что это нужно продолжать. А вот когда на отборочном туре был вот у меня вариант с дисками, да, вы знаете, просто когда вот я взяла этот диск в руку, да, четко было понимание, что я такую музыку не слушала, собственно говоря, я так и сказала. И была классика для меня, вот именно лирическая музыка, которая вот романсы, для меня это была классика, только потом поняла, что я... Сказала, не, ну, как бы... Неправильно выразилась. Неправильно выразилась, потому что я как бы вообще в музыке профан полный. И для меня вот это было что-то такое связанное именно вот с классикой. Да, с классикой, поэтому, собственно говоря, я так сказала. Единственное, о чем я потом пожалела, я действительно слышала слова вот в музыке, но я про это не сказала, почему-то засомневалась. Вот сомнения убирайте, убирайте сомнения, это наш враг. Я тоже хотела сказать про кастинг. Про кастинг, когда вот были эти диски, да, я не гадала, просто лежало 3 диска, я, ну,
в середину. Первый попавшийся. Но я же узко сказала, я сказала, я хочу, чтобы здесь звучала музыка, там песня Шарля Азнавора, там «Вечная любовь». На что сказали, нет, не так узко. А вообще, я сказала, ну тогда пусть это будет классика. У меня в машине звучит радио, только классика. И в дальнюю дорогу, когда радио уже где-то не работает, звучит записанный джаз. Ну так, вы ее выбрали. Вот, можно подытожить так, насчет вот амулетов, талисманов, например. А похожа ли эта техника как-то с той техникой, когда мы делали вот на воду, да, эликсир. Туман, эликсир, как мы настаивали, тоже проговариваешь, наполняешь, ну, может быть, там цвет какой-то другой, я не знаю, смотря что это, или талисман, или амулет. И потом также запечатываешь тем символом, который... Похоже, похоже, только в двух словах. Амулет мы наполняем своими эмоциями, собой. То есть, смотрите, хорошая встреча у вас прошла, да? Вы вышли из нее там в этом споре победителем. Держим амулет и эту эмоцию в него вот вкладываем. Дальше. Приобрели вы какую-то хорошую вещь, здорово, у вас эти вот хорошие эмоции, их сохраняем, туда вкладываем, запечатываем. Дальше. Какая-то встреча прошла с любимым человеком, пусть даже, да? То есть как бы наполняем, да? Да, наполняем, наполняем. 7 дней мы вот так наполняем амулет. Наполняем, наполняем. Ой, спасибо. Запечатываем и носим с собой. Другой человек делает амулет для себя сам. Он своими эмоциями наполняет его сам. Пусть поработают чуть-чуть, что все делать талисманы? За них. Талисманы, талисманы можно делать кому-то. Да, для кого-то. Не, а наполнять чем? Если мы там запечатываем, постоянно наполняем эмоциями, вы сказали, только единственное. А талисман тогда подключаем к эгрегору. Талисман мы подключаем, да, мы его включаем. То есть мы рисуем там символы, мы же наносим символы ножом обязательно. То есть запечатываем символом и все. Да, да. Итак, участница нашего проекта Алевтина, пожалуйста. Я предсказал, что первая Алевтина будет. Пожалуйста, это вам. Спасибо. На память. Галина, хочу вам сказать огромное спасибо. За все то время, что мы находились с вами в одном пространстве, было очень много полезной информации. Спасибо. Я очень благодарна всем, что вы выбрали меня, ну, присутствовать здесь. Знаете, это схоже с другим измерением, потому что когда мы приходили сюда, такое ощущение, что другого мира нет. Вот. И огромное спасибо вам за ту информацию, что вы нам дали. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Так, Кристина. Я хочу, Галина, вас поблагодарить. Я вообще даже никогда и не думала, что у меня будет сертификат, и что я, в принципе, смогу что-то в этой сфере. И вы знаете, когда вот был отборочный тур, я от вас почувствовала такое тепло, и что я должна была пройти, и мы, ну, я должна была пройти вот этот путь. Именно, ну, не знаю, почему-то. Вы поняли, что вы пройдете, что вы попали. Спасибо огромное вам, спасибо всем, очень рада была с вами, со всеми познакомиться. И я здесь заряжалась все эти дни положительной энергией и уходила отсюда вот бодрая, прям... Спасибо, наполненная. Да, наполненная, спасибо большое. Супер. Серхиус, пожалуйста. Это вам. Мне очень приятно получить 9-й сертификат за всю мою историю жизни. Хорошая цифра. Девятка, да, это очень хорошая цифра. Мне было приятно вот со всеми здесь разговаривать, общаться и так далее. Я получил много, ну, как бы, я считаю, что это тоже опыт для конечно. Меня. Вот. Ну, мне было приятно очень. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Вам. Бактыгуль, пожалуйста. Благодарю такую возможность обучения. Вот что я прошла обучение, я очень люблю учиться. И очень благодарна Галина. Карина, мне утром рано все-таки знак был, меня разбудили и дали прочитать ваш пост перед кастингом. И я говорю, всегда мне везет, и в этот раз мне повезло. Благодарю, 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 люблю. И очень приобрела себе очень много друзей. Благодарю вас, друзья. Мы люблю вас. И
как говорится, я в нужном пространстве, с нужными людьми, личностями и в нужное время. Благодарю еще раз. Совершенно спасибо. Айжан, любимица. Пожалуйста, с удовольствием. Ну что, я привыкла в своей жизни с некоторых пор, с тех пор, как чуть повзрослела, стала мудрой, но вообще-то я с детства знала. Я очень люблю одиночество. У меня почему включается логика? Потому что она у меня выключается тогда, когда я остаюсь одна. Чаще всего это бывает вот с детства. Помню, что в полумраке сижу где-то, мечтаю. Вот мечтаю, говорят, надо мечтать, мечты сбываются. Но как-то во мне, не знаю, откуда взялось, я всегда считаю, что ни одна встреча на этой земле не происходит без позволения небес. С позволения небес она и происходит. Я сейчас, пройдя через это, держа в руках этот сертификат, я хочу сказать, я ни о чем не жалею, мне это очень понравилось. Я не думаю, что я буду практиковать, но для себя в жизни я получила те знания. Лучше знать, чем не знать. То, что я иногда боялась во что-то верить, я начала в это верить, но как в чудесное. Абдул-Карим. О, наконец-то. Пожалуйста, мой телохранитель. Спасибо огромное. Очень много эмоций положительных получил. Вот, практиковаться, не знаю, буду, не буду, но мне все очень понравилось. Ну, на вашей футбольной команде надо же тренироваться на кошках. Огромное спасибо. Очень рад, что много новых друзей встретил. Будем дружить, общаться. Да, конечно. Спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо. Василина. Ух ты. Так бы хотела учиться у вас дальше, но не знаю почему. Вот, ну, если это возможно, то есть, может быть, где-нибудь, возможно, когда-нибудь попробуем. Пересечемся, да, угу. Потому что я чувствую, что мне нужно идти дальше. Я также застряла в каком-то переходном периоде, когда уже прошлое неинтересно и уже как бы отработано. В общем, вот, спасибо вам большое, спасибо всем. Вам. Не знаю, Карину очень сильно люблю, такая родственная душа, и очень благодарна ей за то меценатство, за то, что за деятельность, за вклад. Да вообще в душе каждого, то есть это не просто там какие-то там регалии, да, которые имеют, а это именно душевный такой вклад, вот. Всех здесь присутствующих, ребят, я говорю, я здесь как дома, то есть нету здесь все на равных. Угу. То есть нету здесь режиссера, постановщика, ведущего, да, нас там кого-то, певцов, там, знаменитостей. Нет, мы все равны. Вот, поэтому вот за это спасибо. Надежда! Ура! Пожалуйста. Ой, спасибо огромное. Спасибо вам. Все благословенно в этом мире. И поэтому откуда бы мы, от кого бы, от чего бы мы ни бежали, мы все равно придем на тот путь, который нам Вселенная дает. Поэтому я очень благодарна, что я иду, я беру, я пользуюсь. И я благодарна именно мастерам, всем друзьям. Кариночка, у нас с вами любовь взаимная. И поэтому все ваши проекты, все ваши усилия, они всегда в радость и благодарствие для людей. Это вот истина того пути, по которому вы идете. Я вас всех люблю. Спасибо, супер. А Элита? Я считаю, что мне действительно повезло, потому что я в первом проекте участвовала с огромным удовольствием. Я вот вижу, я понимаю ваши чувства, ваши эмоции, потому что вы теперь скрепились, и то, что вы, как вы будете друг другу помогать, какие вы будете идти по жизни теперь более уверенные, более сильные. Огромное спасибо, Карина, вам. Вы невозможный, интересный и сильный человек. Помимо вашей, вот я сказала, когда первый раз увидела Карину, я думаю, надо же, какая женщина интересная. Понимаете, да, вот какая реакция на нее. А когда я поближе чуть-чуть ее увидела, я поняла, насколько это воздушный, легкий человек, который вот так вот прикосновением может изменить мир. И вот как вот, это же, какую душу нужно иметь, чтобы всем помогать? Галина, вы волшебница. Спасибо. Я понимаю то восхищение, которое Карина испытывает в ваш адрес. Я это чувствую, я это вижу. И вы заслуживаете еще большего. Спасибо. Вот, я хочу, чтобы ваша школа, которую вы откроете, чтобы она была успешна, чтобы люди становились сильнее, чтобы они понимали смысл жизни. Понимаете, вот это же насколько облегчает людям жизнь. Сделайте
эту жизнь, этот мир счастливым, красивым. Спасибо. Спасибо. И крайний сертификат, не последний, но крайний. Не обошлось, да? Карина. Пожалуйста. Ну, из ваших рук, это что самое важное. Знаете, все-таки ни один проект невозможен без... Ну, как бы, может быть, один в поле воин вышел там мечом помахать, покричал, гнев, да, слил, так скажем, стресс какой-то. Но когда делаешь проект, то важен каждый участник команды. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем вам, потому что вы осуществляете вашу миссию наперекор тем трудностям, которые дает вам судьба. Неважно, кем вы являетесь в профессии, актриса, певица, спортсменка, ведущий, да, или что-то, кто-то еще. То есть, по сути, мы являемся душами. И вот то, что происходит, то, что мы делаем, это мы налаживаем взаимоотношения с нашими душами, что самое важное, конечно же. И все-таки я бы хотела пожелать, чтобы все вот эти способности, которые мы раскрываем, они не шли в потакание нашей корысти, в потакание нашей гордыни. Вот это очень важно, да? Что успех, он должен приходить заслуженно, чтобы все-таки больше мы отдавали любви и заботы другим людям, и тогда успех будет приходить заслуженный. Тогда не будет того самого страшного слова «расплата». Мы же все боимся, да, когда если нам что-то хорошее приваливает в жизни, мы думаем, ну, сейчас мы огребем по полной какого-то негатива. Вот чтобы этого не было, нужно сделать что-то хорошее людям. Каждый может. Не надо для этого быть миллионером. Кто-то может пойти, не знаю, волонтером, где-то что-то помогать. Помогать близким – это не совсем считается, можно так сказать. Вот. Кто-то может, если человек занимается там эзотерикой, вот, не знаю, там раз в месяц пяти людям бесплатно попил кофе или что-то там сделал, да? То есть какой-то вот такой должен быть свой вклад. Тогда, или вот Айжана, она прямо вот пример, как участвовать нужно в благотворительных мероприятиях. Тогда будет больше блага приходить, даже если не деньгами, то чем-то для вас важным. Здоровьем ваших близких, или хорошей семейной жизнью долгосрочной, или хорошими детьми, или вашей развитии профессии, или славы, или еще чем-то, да. То есть, ну, чем-то, что важно именно для вас. Дорогие друзья, вот мы и стали чуть-чуть интереснее сами для себя. Ну, иначе зачем жить, если быть постоянно предсказуемыми, привычными, легко узнаваемыми для себя не только в зеркале, а в отношении своей личности, своей психологии. Наша личность – это отражение в данный мир определенной части нашей бессмертной души, всего лишь одной ее части. Но на самом деле душа безразмерна. Несмотря на свой маленький размер относительно Всевышнего, она колоссально в своих возможностях, в своем объеме. И прикасаться к этому ее волшебству – это действительно дар свыше. Это возможность, это милость свыше, которая позволяет человеку обрести не просто надежду, не просто веру, но понимание и знание, которые позволят нам совершить, да, меньше ошибок, которые позволят нам быть, да, более успешными с точки зрения духовности, с точки зрения материального, и позволят быть, конечно же, более счастливыми и здоровыми. Будьте с нами. Спасибо.